Здравия желаю. Для зимы вот еще один вид обогревателя. Значит, из старой печки. Обогревала она вот этой, вот этими три штуки было. Нехромами. Видите? 2 киловатта. Одна штука на 700 ватт почти. Вот это. Но она неэффективна. Мы это убрали. То есть убрали на лишние запчасти. Сделали вот лампочка. Значит, отражатель в ней был. Лампочку можете любую ставить. В Сибири там можно на 100, на 150. На юге там на 60. Вот. Лампочку подвесили. Вот. И получилось нормально. Вот сейчас включим. Включается вот здесь. Опа. Подождать немного, и тепло пошло. Единственное, светит, но свет можно вот так. Вот так вот, раз. Во. Свет не видно было. А тепло вот отсюда выходит. Сейчас пока здесь обычное. Сюда надо большое, тут маленькое не пойдет. Большое у меня нет. А вообще в дальнейшем куплю галогенку. Будет мощность раза в 3 больше. Ну и сейчас греет неплохо. То есть вот эта одна заменяет 3. 3 на 2 киловатта вот эти. Нехромки. За счет того, что вольфрам сильнее нагревается. Держит температуру в 3,5 раза больше. Сейчас тепло идет. То есть отличный обогреватель. Отражается вот здесь. Отражатели из жести сделаны. Ну это фабричное. Также внутри есть и автомат, если что, сработает. Если где-то замкнет, есть внутри. Кнопки вон выключать, включать. То есть все стандартное. Безопасное, стандартное. Потребляет вот сейчас 100 ватт. А греет минимум на киловатт. То есть потребляет 100 ватт, греет на киловатт. КПД 1000%. За счет отражателя. А если поставить галогенку на 100 ватт сюда, то будет КПД 2 или 3 тысячи процентов. Уже вот жар пошел. Ну сколько градусов? Вот на таком расстоянии уже жарко. На таком нельзя. Примерно 70, вот здесь 70, вблизи там до 100 градусов притронуться нельзя. Здесь вот 70 на таком расстоянии. То есть вполне хватит, чтобы отопить вот такую вот комнату. Вполне хватит. То есть тоже можно применять. В дальнейшем будем переводить ее на бестопливную. Сейчас вот генератор заканчиваю уже, но это вы знаете. Спасибо всем за внимание, желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне. И знать одно, что мы победим.